Что это такое, восьмидесятки? Плавучесть или что? Непонятно. Михалыч блогер. Блин, с Михалычем тут чуть на два колеса не стали. Хорошо руки. Стой, Михалыч, осторожно. Что тут перегорожено? Так, вот тут влево можно. Где-то здесь лучше дорога. Да, вот. Тут влево еще раз. Стой. Тут дорога неровная. А, вот тут можно, да, вправо. Михалыч знает тут все маршруты. Вот песочек известный. Вон остатки кольца, на котором Витара перевернулась. Стой. Михалыч, осторожно. Машину береги на марках. Дорогущая, ёханый бабай. Не знаю, пружина или мост, или кардан, или что. Подожди. Пружины на месте. Пружины на месте. А едет машина? Едет. Просто пружина, видно, где-то стала на свое место после страшных траекторий. Ну, вон горка, где слепой. Шо тут, говорит, съезжать? Камера передает на 50% уклон. То понятно, что тут съезжать. Да не, ну, что-то это препятствие. Этому внедорожнику нету. Вон горка есть еще. Вон Саня, кажется, едет. А вот хорошая, да, траектория. Тут песочек. Заедет ли Михалыч? Офигеть вообще. Ни о чем просто. Да, Саня. Ну, тут уже, конечно, ее спилили прилично. Жёлоб, который в Discovery упал. Оно в натяжку. Не, ну такого еще не было, честно говоря. Так сюда никто не заезжал еще нагло. Наглым образом, таким беспардонным. Тут, блин, вперед на пол. Пешком на полном надо идти. Прямо, да, хорошая, кстати, дорога. Эта трасса так шла. Тут, да, тоже такая траектория веселая. Как вам показать это все? До подвески. Достает колесо чуть-чуть. Не, крутая восьмидесятка, конечно. Оно все в комплексе. Шины, мотор, блокировки. Сошла, так и выехал. Да. По-моему, ты черпаком тебя не потянешь.
Где? Тут уже не машина ездит, а человек. Дозатор насос. Потек? Ну, тут нормально так. Красиво все, два ремня, блин. 190 ампер, генерал. 190, да? Ого, а с чего это? Ритуар, или что? А, это тот, что без этого, водяной? Ну, он такой, он частичный. Он, ну, скажем так, открытого типа, но с охлаждением. А, вот так. Ну, не полностью герметичный, да? Вон какой фильтр красивый, слышь. Капот только не новый, остальное все новое. Это не был остатки, когда... остатки джипера, блин. Когда мы там вот у нас... Это не слепой, кстати, тут? Площадки были, так там Нива. Это плавучесть или что, да, это? Да, это плавучесть. Видел плавучесть, Димон? Всякие, да. А, там краты лежат. Да, всякие зипы. А за бампер это с УАЗика или? Нет, здесь ничего особого. Оригинальный Toyota. Там же, какой оригинальный? Сороковки. А, сороковки? Сороковки? У вас не было сороковки. Есть. А, бампер только есть. Решетка есть. Блин, хороший был обед, Михалыч. Приезжай чаще на оффроуд, Михалыч. Так, едем, едем, едем. Да, красиво сегодня вообще. На редкость день. Лучше бы шел дождь, конечно. Кто-то газовал. Так, кто тут только не газовал? Не, березы давали. Не знаю, Леня может. Не, может. Не похоже, Леня. Вот, но я в эту горку на Горбатом заезжал зимой. Так, вон смотри, береза под наклоном и влево, видишь, дорога? Что, туда надо ехать? Да. Влево дорогу. Вот сюда. Сейчас, подожди, или дальше. Или дальше чуть-чуть. Стой. Блин, где-то влево. А, вот, вот тут давай где-то. Блин, не пойму. Вот тут давай влево, короче. Ёханы бабай. Чуть не проскочили. Так, а ты точно наш? Да. Ну, или вот там мы... проскочили. Проезжает тут между деревьями. Проезжает тут. На ее сторону стекло. Не, подожди, Михалыч, тесно. Давай вон туда вернемся чуть-чуть. Поехали туда. Там проедем. Ну вот, видишь, траектория. Тут и ехали. Не. Или ниже поворот. Здесь поворот? Да нет, где-то здесь был. Вывесился. Говорит, выше где-то. Нам все равно. А, вот. Право. Нормально едем. Миша едет. О, теперь вправо, вот сюда. Вправо. Вот, вот дорога. Что Миша делает. Вон подъем. Вот прямо и так и едь. Она на вид только страшная. А так дорога хорошая. Вот тут влево, вверх. Только там левее уходим. Не вправо, вот как накатано. Заедет сюда?
Саня едет на джиме. Нормально. Первый или второй раз в оффроуде. И ребятам сложновато тут. Смотреть страшно. Не то, что ехать сразу. Я помню, сам первые разы, когда попадал в такое, думаешь, елки, как тут можно передвигаться? А потом ничего, на УАЗе едешь. Сейчас Михалыч их проведет. Discovery. Ну, едет внедорожник же, понижайка есть. Сейчас сухо, в принципе, должен заезжать. Там по шинам непонятно что. Ну, такой глобальный зацеп тут не нужен сегодня. Да, для начинающих так. Жестковато тут, чисто даже психологически. Ну и уклон приличный, как вам показать его, ну так камера не передает, ну вот так где-то. Должен заехать. Не работает задний, да? Так, новый пилот. Так, а как задний всегда работает? Так, а как задний может выбивать? Нет, заднего нету. Нету. Ну, а просто задний включить, чтоб. Тут постоянно. Это будет повыше. О, есть! Есть, включился. Включился. Что-то там Михалыч дергал, надергал. В общем, заехали. На XJ можно ехать. Шины нормальные. Два и пять бензин на механике. Так, дальше известный маршрут. Ох, красиво сегодня как. Сейчас будем тестировать. Да, ход подвески в порядке, да? Ну, можно больше, да? Веревки удлинить. Это долго. Ну, долго, да. У тебя должно быть быстрее. Ёханы бабай. Чуть не поцарапал машину. Чероки подготовлен нормально. В тюнинге. Блин, багажник немножко большой. Так, а где Миша на разворот, говорит, не поеду в оффроуд, надоел. Михалыч, давай, хорошая дорога, вот. Что, едет или нет что-то? Там бревно, осторожно. Так. Блин,
разводит меня как хочет этот Миша, говорит, я не поеду, ты что, не хочу, говорит, страшно. О, вот это уже оно. Хоть лебедку размотать. Димон, выходи, за тебя проблемы. Экстремалы. А, там корень скользкий. Давай по оврагу можно. Меняет траекторию. Сбрасывается. Михалыч хочет на козу, чтобы ты поставил. Димон, выходи, он с тобой не выйдет, ты тяжелый. Ни хрена себе вариант. Да-да, вот так новые дороги и делаются. Димон, выходи, ты тяжелый, из-за тебя проблемы. Давай я тебя высажу сейчас. Ход подвески. Я тут по этому внедорожнику не пойму. А, давай колеса спустим, Миш. Нормально, возьми газовик. Я потом вообще не поверну. Ну давай заднее хотя бы спустим. Не хочет спускать ничего. Глянь, бей. Круто. Стой, там яма. Говорил же, нормально, да смотри. Да не, это из-за тебя, толстяка, проблемы. Жирный еще поел только что. Да, это было нормально. Построили котлету. Огонь. Да, да. Давай вот сюда теперь в обратную. На полном приводе приходится выходить. Да, вот тут перекосы, кстати, хорошее место. Артикуляцию проверить. Ох, там хорошее место. Теперь ваш выход. Не, он низкий очень просто. А ну, а тут? Под углом. Ты уже тут выучил дороги все. Сейчас начинающим будет сложно. Михалыч, мастер-класс по спусканию. Попробуй, все нормально. Ты готов, что у тебя? Попробуй по спускать. Готовы? Ага. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре. И что, сколько пять, будет? Шесть, пять. 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Мерик. 45. Давай прибор. И сколько? Там так же самое. Не померь. 1,8 еще надо. Спуск колес продолжается. Михалыч лично контролирует давление.
Михалыч продолжает мастер-классы по спуску колес. За ствол. Так, после спуска колес. Да не, ну это другой внедорожник уже, елки-палки. Что-то граната. Так, так и едь вот, ну под углом. Сюда. Не, вот сюда. Не, да не, туда не очень. Так поду по диагонали чуть-чуть, да. Нормально едет машина. Икжи. Не, переедь под углом чуть-чуть, заедь, как ты правильно сначала ехал. А, ну или вправо, да. Там выкатано. Пропал один. Может застрять, мне кажется. А он по харду пошел. Сюда поедем? Поедем. Джимни там возглавляет колонну. Да. А кто ж мы? О, компрессор включился. У Михалыча приборы. Land Cruiser написано. Да. Ну неплохо едет. 70-ка едет, конечно. Зачетно. Да. Смотри, как ты видел, как он раскорячился, елки-палки. Вот это было круто. Такие хода подвески нереальные просто. Может, на Сундуковский метнемся побыстречку? Или не успеем? Михалыч. Протестировать. Хотя и тут можем протестировать без Сундуковского на мягких грунтах. Что не поддерживает мой план. Осторожно, укачивает Михалыч. Что-то упало, блин, рация. Где была? Катались неплохо, что-то там уже ближе к финишу наш оффроуд движется. Димон показывает на часы. Протестировали внедорожник, получился зачетный. Пишите, кто как, кому как понравился. Мелкие недочеты, там проблема немножко, где-то потек насос-дозатор. И АТФ-ка почти ушла. Рулевое еле работает уже. Ну, мелкие недочеты, то всегда, но это первый выезд. Для первого выезда, я вам скажу, очень круто едет. Да, рулевое заканчивается.